Во вторник в Самарской области облачно, пройдут снег и дождь. Температура воздуха в дневное время плюс 2, плюс 4, ночью 0-1 градус. Ветер западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака, пройдет небольшой дождь. Днем 4 градуса, тепла, ночью 0, ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облака, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 2 градуса, ночью нулевая температура, западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, дождь, днем 2 градуса, тепла, ночью минус 1, ветер западный 6 метров в секунду, атмосферное давление пониженное 734 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.